Привет! Ночи назовут Еною. Новая игрушка Алиса. Тут у нас шоколадка и шоколадница. Да, классная коляска. Ну что, поехали? Тут моя корзина. Да, там еще корзина есть. Вот она. Классная корзина. Я буду корзина. Лепушки гадить. Да. Алиса, сейчас соседи выйдут. Что такое? Это кто так кричит? Первый этаж, нажимай первый. Да, однерочку нажимай. Поехали. Всем привет! Мы сегодня едем по нашим с Лешей делам. Едем далеко, едем в деревню. Мне там корзин. И папочка. И доченька. И папа. Доча. Сегодня тепло на улице. Но говорят, что ветер. Ужас, да? Это мы в аварию попали, да, Алиса? Это же горит. Это горит, а та не горит, да? Нет! Такая машина грязная, все растаяло, машина грязнющая. Мы сейчас едем в деревню, в администрацию районную. У нас тут недалеко от Челябинска. Мы с Лешей давненько уже купили земельный участок, но все никак не можем доехать и оформить документы до конца. Договор купли-продажи. Вот, сейчас хотим съездить, все доделать и сдать документы на регистрацию, чтобы уже спокойненько больше этого вопроса не касаться. Так грязно у нас в городе, вообще ужас. Как всегда, смотрим поняшек. А чупсик ест. Такие переметы на дороге, да, Леш? Да. Кого-то паутинка стелится. Ну, мы вроде бы доехали до места назначения. Сейчас Леша привезет нельзя меня в администрацию. А почему нельзя снимать-то, я не пойму. Ну, не хочет. Не хочет. Да я же не тебя снимаю, я же снимаю дорогу, как мы едем. Купить нормальный видеорегистратор. У тебя есть видеорегистратор? Мне не нравится он. А что он тебе не нравится? Ну, не нравится мне он мне не нравится. Давай я буду твоим видеорегистратором. Нет, купи мне, подари видеорегистратор. Вот так буду камеру держать и снимать. Такой вот, чтобы... Прилепил, вот он висел, а надо раз снял, надо раз поставил. А не такой, который у меня постоянно. То отвалится, то еще. Это клуб культуры. Тут дискотеки массовые проходят, деревенские здесь тусуются. Тут драки массовые проходят. Ой, совы сильно хочет девочка. Сейчас я узнаю, где он находится, и мы туда съездим. Ладно, Алис? Массовые драки, да? Да, тут драки. Деревенские. Тут особенно день села, так у них тут вообще дискотека. Супер дискотека. Так, ну все, я пошла, малышня, сидите. Пока. Тут огромная такая горка, на ней дети лазят и катаются, играют. Классно. Снег белоснежный. Леша, как всегда, на телефон упал, все, сидим, ждем его в машине. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и танцует, стоит, да, Лиса? Алиса устала уже ждать папу, да, дочь? Ой, устала. Он долго болтает уже так? Нет. Еще и прикалывается. Мы уже устали тебя ждать. Что ты говоришь, в городе будем сдавать документы? В городе будем сдавать, сюда придется ехать их забирать. Так поехали сейчас сразу в город. Это капец какой-то. Леша, ты его чуть не сбил, да? Нет, я ехал потихоньку за ним. Пришлось объезжать его, да? Да. Дедульку на велике. Ну это же деревня. Это бабл! Бала. Что мы сегодня будем делать? Елку убирать. Елку убирать? Бала. Все, Новый год прошел, да, Алиса? Да. Уже давно нужно было убрать, а мы все никак не можем. Мы наконец-то собираем елочку нашу. Сейчас игрушки сложим в коробки. Вот я приготовила такую коробку от Алисиной игрушки собаки. Мальчики, ты видел майзянку? Что вы там нашли? Майзянку. Алиса с папой нашли украшение какое-то с обезьянкой, да? Красивое. Так, что, заворачивать игрушки, наверное, Леша будем. Вот я нашла бумагу и нашла Барби-журнал. Отлично. Нормально? Отлично. Алиса, не жалко Барби-журнал? Можно, да? Ну все, тогда отрывай по одной страничке, помогай нам с папой. Я буду... Молодец. Ой, ты молодец. А что ты завернула, шарик? Я шарик.
Ты помощница наша, любимочка наша. Да? Да, складывай. Мишуру сворачивать? Ну, мешок ее в отдельный. Зачем он здесь? Что, шарик? Это шарик Алиса свернула. Пластмассовый. Ну и что, молодец, старалась. Собирайте давайте елку. Тихо, Лёя. А я посижу. Расскажи папе, кто ты? Чуика, какашка и локами. Ты искорка? Да, локами. С крылышками? Да, локами. А я Селестия, да? Да, локами. У меня тоже есть рог и тоже есть крылышки. А папа кто? Уна. Что ты врешь-то, нету у тебя рогов. А как он смеется, расскажи папе. Это да. Как Луна еще смеется? Ну-ка давай еще раз. Что там кошка орет? Мася плачет. Мася! Вот она, пришла помощница. Мася, ты тоже помогать пришла, да, елку разбирать? Нет. А, Мася? Молодец. Пусть я буду погулять, она будет. Лучше на крышке лежать, лучше вот, как я молния. Молния, молния. Ты молния? Да как? Помогай давай, папа, покажи обезьянку. Вот она, какая обезьянка, красивая, вся в стразах. Год обезьяны, да, доченька? Угу. Кто год обезьяны? Да? Папа. Подписчикам большой-большой привет! Да, Лиса? Мы всех любим! Мы все любим! Папа, смотри, что она делает! Ты посмотри на это! Это ужас какой-то! Это что такое, Лиса? Это ты так помогаешь нам елочку собирать? Давай потанцуем! А я, пользуясь случаем, передаю привет своей бабушке! Бабушку, привет! Она тебя не смотрит! Зачем ты меня обломала, а? Я не с ними, нет. Ой! О, какая большая, да? Держи крепко. Вижу, вижу, доча. Да. Ну не надо в меня тыкать. Алиса, я тебе. Аккуратно. Они стеклянные. Ого. А-ду-ду-ду-ди-би-би-ду. Что у нас по телевизору идет с утра до ночи? Понечка. Понечка. У тебя тает шарик. Крышки, мы как я. И как Лука. А ты не Луна, что ли? Нет. А как Луна смеется? Вот. Ой-ой-ой. Ты чуть не упала, Луна. Ты искорка, да? Значит, икорка. Так, то... мне сейчас тошнит, Алиса, не крути меня. Мне уже плохо. Плохо? Да, конечно. Почти. Молодцы. Почти. Все? Да, все. Класс. Ловко. У нас елка вообще легко складывается. Очень-очень легко. И хранить ее очень легко. Она искусственная. А то надо так катить маленько. Можно чуть-чуть. Не ломай, не ломай, не ломай. Хулиганье. Чуть-чуть. Слушай, может, нижнюю часть оставим? Такой столик мохнатый получился. Ну, сейчас. Так, искорка, что ты делаешь? Что ты делаешь, искорка? Искорка, поставь на место. Да, я ее прикручивала. Да, я ее прикручивала. Я просто помню, что ты не прикрутил. Я потом нашла эти болтики и прикрутила ее на всякий случай. Конечно. А куда она денется с этого угла? Не, ну вдруг упадет. На кого? Ну, на Алису. Ой. Ой, задохнулась. Задохнулся мышонок. Да смеялась, как Луна. Да? Луна. Искорка. Искорка. Луна, ты сияешь. Спасибо, что я Селестия. Мне так прям приятно, что я Селестия. Вот это вот у меня, кстати, в прошлом году не вошла в коробку. Я не знаю, почему.
Ну, я почему-то все достал из коробки. Еще на мочить. Да? Мочить. А что у меня не вошло тогда в прошлом году в коробку? Эй, Алиса, опять меня крутишь? Алиса! Алиска! Я говорю, мне... Ты что меня крутишь? Мне плохо становится. Папа, спаси! Папа, спаси меня! Нет! Нам бы еще надпись снять, вот этот, с днем рождения. А то до следующего года так и будет висеть, да? Да! Сегодня у нас день смеха, как луна, да, Лис? Как луна будем. Смеяться. Папа услышал меня и соврал буковки с днем рождения. Столько мусора под елкой, это какой-то ужас. Это вот шишки, настоящие шишки были прикреплены на эту елку искусственную, и они осыпаются. Сейчас будем пол мыть. Сейчас будешь пол мыть. А, ну да, да, да. А, ну садам. Что такое? Ну садам, ну садам. А что в тебе изменилось-то, я не пойму. Ты как-то юбку держишь, и волосы почему у тебя на лице? Тебе так нравится? Да. Ну-ка, подойди, покажи мне поближе. Подойди ко мне. Ой, ты фотомодель, что ли? Папа, ты смотри, что-то она модничает, по-моему. Модничает, шкодничает. Смотри. Что-то она задумала. И челку на лицо делает. А что у тебя с челкой-то? Покажи мне. Ты как искорка, что ли, делаешь? Я икорка. Я Лаёша икорка. Икорка? Икорка. Искорка. Наконец-то мы собрали елку. Я счастлива. Всем пока-пока. Нет, ты хотела собрать елку. Искорка, ты счастлива? Ты что, в доме два, что ли? Челку вот так поправляет, прикинь. Вот так делает челка на лице. Ты в доме два, что ли? Почему в доме два? Ты счастлива, ты счастлива. И мы счастливы!